Дорогие друзья, с большой радостью презентую вам трость, очень даже необычную. Не знаю, если бы я в детстве увидел дедушку такие вот трости, я, может быть, даже немного испугался, потому что, во-первых, она выполнена в форме дракона. Значит, здесь по всей поверхности идет чешуя такая вот, и какие-то такие вот декоративные элементики. Значит, изготовлена из такого материала, как полипропилен, достаточно прочный подвид полимерного пластика. Значит, для руки, в принципе, нормальный упор, как бы места достаточно, чтобы держаться. Отдельно поговорим с вами о том месте, которое будет упираться поверхность. Значит, в принципе, не сказать, что супер большая площадь у него, но достаточно для того, чтобы опереться. Я думаю, что со временем, как бы, возможно некое стирание этой поверхности, поэтому предусмотрена, как бы, такая вот часть, то есть можно с легкостью там пилой отрезать именно и подровнять ее. Если же не будет необходимость, чтобы сюда закрепить какую-то резинку, в этом также, ну, это легко можно сделать с легкостью, с помощью, как бы, шурупов, либо там посадить ее на клей. Произведено данное изделие брендом Gold Steel, о чем свидетельствует вот такая вот здесь... логотип бренда проставлен, Cold Steel. Значит, достаточно известный производитель в мире такой всевозможной атрибутики, производит различные мечи, всевозможные тренировочные, ну, в том числе вот такие вот трости. Значит, трость, рост у меня, значит, где-то порядка 182 сантиметров, где-то примерно до пояса, как бы, у него высота. При необходимости можно подпилять и обрезать под необходимый рост. Значит, как бы, достаточно, ну, в принципе, удобно опираться на нее. Как бы, от себя могу еще добавить, что данная вещь, как бы, очень колоритная и интересная. Ежели вы ищете подарок человеку, который, скажем так, передвигается с помощью трости, либо использует трость, эта вещь самая то, что вам необходимо. Очень красивая, интересная, будет привлекать к себе внимание. Думаю, всем она понравится и придется по вкусу. Спасибо.